Жители одного из дворов Кемерово решили сами бороться с наркоманами, точнее, с теми, кто ищет в их палисадниках так называемые закладки. Люди пытались вызывать полицию, но стражи порядка приезжают через несколько часов после звонка, когда никого из тех, кто оставляет наркотики или ищет их, уже нет. Потому жильцы решили ловить правонарушителей своими силами, признаются, устали от таких нежелательных гостей. Теперь дежурят по ночам, и когда появляется кто-то из наркоманов, просто перематывают его руку с закладкой, скотчем, и уже после этого вызывают полицию.